Турнир по смешанным единоборствам собрал в Нижнем Новгороде минимум зрителей и максимум звезд. Подумать только, бок о бок на первом ряду сидят недавний обидчик самого Роя Джонса, боксер-профессионал Денис Лебедев и олимпийский чемпион, чемпион мира по версии WA в супертяжелом весе Александр Поветкин. Отсутствие ринга в центре зала боксеров не смущает. Признаются, спорт – это сила. Я считаю, надо побольше таких турниров делать, побольше вовлекать молодежь в спорт, чтобы они вели здоровый образ жизни, уважали старших, почитали свою землю, никуда не стремились ехать там в Америку, еще куда-то, да, чтобы оставались здесь и становились сильнее, мощнее, возрождали, да, Россию вообще, чтобы она была сильной. Также Денис Лебедев не хуком, апперкотом или двоечкой, а словом разбивает миф о том, что единоборство – это драка. Нужно об этом помнить всегда, что мы в первую очередь защитники и никакой агрессии. Но если вы к нам с мячом пришли, вы от мяча и погибнете. Извините, это уже крылатая фраза. И так было, есть и будет. Турнир посвящен памяти нижегородского десантника, героя России Дмитрия Житкова. Побороться приехали мальчишки в возрасте от 12 до 17 лет из Москвы, Питера, Тамбова и Белоруссии. Всего около 100 бойцов. Но это только начало. В будущем обещают больше стран-участников и уверяют, что прописка у турнира от этого не поменяется. Будет расти количество участников. Турнир международный, открытый. Вот. Я думаю, что в ближайшее будущее это будет один из самых крупных турниров Нижнего Новгорода. Возможно, что со временем турнир привлечет и зрителей, ведь даже звездные имена почетных гостей не смогли заполнить трибуны физкультурно-оздоровительного комплекса «Заречье». Впрочем, амбиции организаторам не занимать, обещают сделать из соревнований что-то невероятное. Всемирно известные боксеры пообещали поддержать, если позовут, конечно. Поветкин и Лебедев раскрыли планы на будущее. Возможно, весной тяжеловес сразится с Кличко, а Денис Лебедев может выйти на ринг уже в ноябре против действующего обладателя поясом WBA Гильермо Джонса. Антон Ганин, Василий Низов. Объективно, ННТВ.